В комментариях меня спрашивали, как стать бета-тестером и поучаствовать в онлайн-кооперативе. Так вот как. Заходите в Play Market и заходите в приложение Solo Knight. Внизу находите в этот раздел, связанный с бета-тестированием, и нажимаете кнопку «Присоединиться к бета-тестированию». И ждете некоторое время, примерно день или два, и если разработчики примут вашу заявку, то вы становитесь бета-тестером, и тогда вы сможете обновить Solo Knight до бета-версии. Это еще что за фигня такая? Где корабль? Куда он исчез? Не, ну серьезно, где он? Я понятия не имею, как его теперь побеждать, если его нету, а пушки есть, и они уже сломанные. Постреляем по сторонам. Ничего не происходит, вообще ничего. Есть только его тень огромная, и все. Погодите-ка. Серьезно? А, понятно. Он там наверху. Значит, хорошо, что у меня есть эффект отскакивания пуль от стен. Я смогу прострелить его сквозь этот забор. Да, выглядит это странно. Что-то в этом обновлении полным-полно багов, если честно. И лагов тоже. Так сказать, я подумал выпускать туториал вот этот по основанию бета-тестерам и игре в онлайн-кооператив было бы слишком коротким видео, так сказать. Поэтому я решил выпустить это вместе с вот этим вот моментом. И, да, я никогда не додумался выпустить этот туториал, потому что я думал, все и так знают, как это все сделать. Однако меня в комментариях просили об этом. И вот, получите. Надеюсь, вы все правильно поймете, как это все сделать. Как это быть тестером и как приехать в онлайн-кооператив со своими друзьями, возможно. Или же вы хотите приехать в еженедельные испытания. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Подписываемся, ставим лайки, пишем комментарии. Задаем вопросы, если вам что-то интересно. Возможно, я и по вашему вопросу сниму видео. Всем пока!